хороший день, больше денег, больше дел, больше тем, больше демонов. Ну как из кожи не лезть, тоже не. Меня зовут Ковалев Аким. Я живу в Ростове-на-Дону, Россия, мне 21 год. Я тренируюсь около 7 лет. Я думаю, мое самое большое достижение во фристайле – это когда я стал вице-чемпионом футбольного фристайла в Санкт-Петербурге в 2012 году. Это, я думаю, мой самый большой успех во фристайле. Я персонаж, собирательный образ, и ты меня подсознательно создал. Хватит тебя, теперь я просто, ну, как бы, перед тем, как я начал тренироваться, я учился сразу без чеканки. А в процессе, уже после того, как я начал тренироваться, я уже, ну, не думаю, что уже чеканка мне понадобится. И поэтому я просто не тренировал чеканку. Но я умею чеканить. Ну, наверное, самый эмоциональный момент – это когда я вот первый раз приехал на Супербол, и когда я пришел в зал на тренировку, и все люди собрались просто посмотреть на меня, как я тренируюсь. Это, наверное, самое запоминающее то, что было в моем фристайле. Один из самых моих любимых фристайлеров – это Мирко Замбон из Италии. Мне понравился он тем, что он… Мне нравится его стиль, подход к фристайлу. Я думаю, это вот один из самых моих любимых фристайлеров. Одно из самых больших комьюнити, которое мне нравится, это польские фристайлеры. Они очень сплоченные, как бы у них нету особых противоречий друг с другом. Нравится еще выступление многих польских фристайлеров, таких как Луки, Михриц. Всегда что-то интересное, что-то новое. Ой, даже не знаю, что можно изменить, но я думаю, вот как некоторые фристайлеры говорили, да, про судейство. Не всегда стандарты подходят под всех, и поэтому, я думаю, нужно немножко изменить подход к судейству в разных соревнованиях в фристайле. Это каждый божий день, больше денег, больше дел, больше тем, больше демонов. Ну как из кожи не лезть, тоже небо, тоже кредо, больше бена, больше демонов. Я думаю, что самое лучшее мое комбо, которое было вообще, это три скатва, комбо хат-фах-тат, комбо скатфах-мат-фалат. Я думаю, это одно из моих самых лучших комб. Кристально ясно, все, что было вчера, это вовсе не цаты ясли. Счастлив, ведь чем дальше, тем больше сраных подтекстов. На обе лопатки песочница стала тесно. Здесь так, в каждой шкатулке двойное дно. В каждом доме есть черный ход и в трюмо. Заниматься фристайлом хорошо потому, что ты можешь выразить самого себя. На джойстике, и ты уже часть ее. Всю подлу в Савард, я не Европа с НАТО. Ну пятый год, как я веду русский хип-хоп на Запад. Сказали придержать у дела, но я в чем мать родила. Умудряюсь разъебать Кадиллак, зачитавшись Тём Александром Дюма. Выйти как ни в чем не бывало и сказать, как дела. Фомы пустят неверие, скулят нахуй мне ваши лейблы. Мы строим империю с нуля и на века. Пока небо Фенрира с поводка не спустит, обрушив светило, как лепнину с потолка.